В общем, в поисках маток. Вот тут у нас бегает вагус. Какие-то. Чуть поймать не могу. Вот он. Вот он только что меня укусил. Вот, а тут вот, видите, маленькая такая. Вот, маточка мирненько бегает. Вот, сейчас я ее, хоп, ловлю. Так, не поймал. Так-с. Не поймал. А вот, хоп, их пробирает. Вон там уже кто-то. Давай. Ух, ё. Чё, есть? Ещё и лёгни. Не-не-не, есть. Вот это мирмик. За мирмик. Поднимаем вот эту ряжку. Много видишь? Ну, помахай, Санёк. О, это нигеры обычные. Ловил снигер. Нам бы маток. Нигеры обычные. О, кот. Не лезь. Он тебя сожрёт. Она тебя звоняет. Короче, вот это. Помнишь, что же он? Что-то натаскал. Что-то может быть. Вон тут. А тут вот нигер. Ага. Открываем. Это формика какая-то. Какая-то. Тебе уже по ногам они ползут. Я вот тут только что битва была. Красный и такой маленький чувак. Опа, жирник. Включим все на следующих мурашках. Два, три. Ну что, погнали нахуй? Не матерись. Это мирмика. Кстати, можно будет расклад набрать. А сейчас к лету готовятся, у них сейчас лед. Там, смотри, у них матки очень болюще кусаются. А, личинки. Ну, сейчас... Да, еще посмотри. Что туда боюсь телефон спускать. Это да, осторожно. Да нормально, они только матки кусаются будут. Так они нормально. Можно немножко расплодик плавить. Ну вот, соберем. Надо что-то кисточку. Давай пошли. Включимся на следующем. На следующих мурашках. У них, конечно, много. В лесу отдохнули. Так, итого за наш видос мы поймали одну матку. Мирмики СП. Вот так вот, он довольно-таки большой. Вот. Три мирмики тоже СП. Потому что у мирмик очень трудно определить род, вид. Подвид, точнее. Вот. И еще четыре матки вот таких вот у друга Артура, с которым мы ходили. Снимали, ловили маток. Вот у него еще 4. Итого у нас получилось 8 маток. Мы поймали за один такой вот, за одну такую вылазку. Снимали видео мы 2 дня. Ходили 2 дня. Вот за 2 дня 8 маток. Я думаю, нормально это. Ну и в общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, за эти другие. С вами был Мэр Муравей. Всем удачи и всем пока.